Крупный айсберг откололся от Антарктиды. Огромный айсберг, 1550 квадратных километров, размером практически с большой Лондон, откололся от шельфового ледника Бранд толщиной 150 метров. Он откололся после того, как трещины, появлявшиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника, что привело к откалыванию нового айсберга. Данный случай, произошедший в минувшее воскресенье, стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой части континента за последние два года. На леднике, от которого откололся айсберг, расположена исследовательская станция ведомства. Находящиеся там ученые сообщили, что район их дислокации не был затронут. По словам исследователей, ледник имеет сложную структуру, и последствия откалывания могут быть непредсказуемыми. Любые изменения в леднике регулярно наблюдают через специальную автоматизированную систему. Глециолог Антарктической службы Великобритании Доминик Ходжсон назвал случившееся частью естественного поведения шельфового ледника Бранд. Профессор подчеркнул, что это не связано с климатическими изменениями. Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга, имя которому позднее присвоит Национальный ледовый центр США. The ice shelves around Antarctica are extensions, flowing extensions of the Antarctic ice sheet, so they do periodically extend out to sea and then break off. It's a natural event, it's not...